Смажется. Всем доброго времени суток. Сегодня на обзоре кухня российского производства под названием Прага. А вы не знали? Прагу же в России придумали. Вот так поворот. Давайте посмотрим. В общем, фасад данной кухни выполнен из ДСП, обтянут пленкой из ПВХ. Корпус данной кухни также выполнен из ДСП. Кто угадает, из чего сделана столешница? Все правильно, тоже из ДСП. Какие вы молодцы. Посмотрите, полюбуйтесь, насколько вместительные полки, шкафы, тумбочки и всякие вот такие штуки, куда ставят что-то. Ну, по центру у нас располагается духовой шкаф или духовой шифонер, или духовой шкаф-купе. Сами смотрите. Это отсек, чтобы поставить посуду. Посуду достать сюда. Ну, или вот что-то поставить. Но в целом здесь я вам небольшой секрет раскрою. Каждый шкафчик, каждая полка на этой кухне сделана для того, чтобы туда что-то поставить. Обратите внимание, стекло здесь установлено матовое. Вот, пожалуйста, это чтобы, если даже грязную посуду поставить, чтобы не видно было. Ну или там базар какой-то, вот, там же хлам бывает обычно, что попало. Здесь стоит, и вот, чтобы не видно было особо. За это прозрачно не берите. Если возьмете, то ему нужно будет постоянно порядок там держать. Все четко, ровно. А тут матовое, поставил и все, затарил. Здесь на этой стороне располагается раковина. Ну, эту раковину любую можно поставить. Варочная панель, духовой шкаф, раковина, они не идут в комплекте. Но если вы деньги дадите, любой каприз за ваши бабки, как говорится. Смотрите, ценник 39 250 рублей. Вот цена без... Если вы не берете столешницу, например, вам не нужна столешница. Или вы на воздухе там готовите и моете, короче, что-то делаете на воздухе, все. Ценник становится 28 950 рублей. Прикиньте. Как можно сэкономить на кухне, если не брать столешницу? Это же выгодно. Где вы такое видели? Длина данной кухни составляет 3 метра 20 сантиметров, а высота у нас 2 метра 35 сантиметров. Вот такие вот габариты у этой кухни. Кстати, если столешницу будете брать, удобнее будет. В че?